Друзья, хочу познакомить вас подробнее с услугой онлайн-капсула на примере двух капсул, которые я готовила для своих реальных клиентов. Это летняя капсула, это офисная капсула для девушки из Санкт-Петербурга. И пусть вас не смущает, что у нас здесь закрытая обувь и несколько верхов с длинными рукавами. Лето в Санкт-Петербурге довольно переменчивое, поэтому капсула отражает запрос клиента полностью. У нас было требование, что здесь не нужно много принтов, не нужно буйства красок, потому что офис хоть и допускает довольно свободный дресс-код у данного клиента, но в целом предполагает некую формальность. В капсуле, как правило, от 12 до 15 вещей, в данном случае здесь 18 вещей, у нас 10 предметов одежды и 8 предметов аксессуаров. И при этом универсальность капсулы заключается в том, что все абсолютно вещи классно комбинируются между собой, все верха подходят к низам, все это можно менять в пределах капсулы и доставать из шкафа не глядя, что называется, и очень классно комбинировать. Также в каждой капсуле я даю ссылки на вещи, вот они здесь, вы можете их тоже посмотреть. Как правило, покупать нужно сразу, как только я отдаю капсулу, поскольку вещи банально уходят из магазинов. В данном случае у нас тоже было так. Мы вынуждены были менять топ, потому что просто он закончился. Так, давайте я вам покажу вторую капсулу. Она более творческая. Здесь у девушки совсем другая профессия, она не работает в офисе, ей хотелось принта, интересного кроя, каких-то нестандартных решений. И вот посмотрите, какая капсула получилась у нее. У нас есть здесь и интересная юбка, несмотря на то, что она довольно простого кроя, за счет своего белого цвета она будет исключительно классно смотреться в комплектах. У нас есть несколько верхов интересного кроя с принтами, либо с какими-то аппликациями, либо просто интересного цвета, что тоже будет очень классно смотреться. И, конечно, такие немного творческие аксессуары. Вот мы можем посмотреть, как это все будет комбинироваться. Тоже очень удачно, свежо выглядит и, как вы можете заметить, две эти капсулы смотрятся абсолютно по-разному, именно за счет того, что вещи для этих капсул подобраны совершенно разные по характеру и по настроению. Вот, собственно, все. Рада вам показать эти образцы. И обращайтесь за онлайн-капсулы, это всегда очень удобно.